Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и у нас четверговый капитан Коготь. И нос, как всегда, чешется, это значит, сейчас будет бомбежка, что-нибудь такое. Значит, поскольку я говорил, не помню, кстати говоря, где это, в Реймане я это точно сказал, где-то еще я это тоже сказал. А сказал это в Когте или нет, не помню, в группе об этом писал. Короче, Коготь теперь будет выходить раз в неделю, поскольку уровней, ну, что тут всего вот ничего. Ну, это, правда, не все есть, если какие-то там это. А, так, значит, давайте, что бы мы такого... Я помню, что был... А, это надо вот этот один... Я просто не знаю, как их удалить, надо как-то пометить, какой из них. Мне нужен тот, который вот от Monolith Productions Corporation. Давайте попробуем замок Кокер Спаниели. Я не помню, помню, мне кажется, что что-то там такое было... Что-то там такое было хорошее. Прям, что-то... Почему-то я захотел его пройти, почему? Не помню. Холодно уже, обогревать приходится стоять. Замок Кокер Спаниели... Ой, не посмотрел, кто автор. Ну ладно, это уже все это было, поэтому, в принципе... Значит, наша задача именно постараться пройти. Уж почему я там ее не прошел, я, как водится... Ты че? Дурак. А почему я ее не прошел, я не помню, потому что это было там, когда... Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Хо, лошара. Блин, а я уже его не убил, я тогда теперь не вернусь. Ну ладно. Так, я сейчас куда-то, наверное, вернусь на исходную примерно. Ага. Ага, то есть это, наверное, будет перемещалка, получается. Так, окей, значит, там это стоял чувак, которого я застрелил. Ааа, сейчас как чихну, не дай бог, вообще будет полный П. Я, конечно, понимаю, что, наверное, возможно, раз в неделю это мало, но что... Ой. Что хочется побольше и так далее, но как-то... Просто забить когтем, ну, типа, чтобы был... Вот. Я только для этого, в принципе, суперпрыжок здесь и нужен был. Я надеюсь, потому что если он там дальше нужен был, то это, конечно, плохо. Не-не-не, говори мне, что мне надо туда с помощью нее запрыгнуть, опа! Подожди. Сейчас, сейчас. Походу, так и надо было. А может здесь, короче говоря, как в том месте? Подожди. Подойди сюда, чтобы не просралось. Не, подождите, раз уж мы, то надо как следует. Это, то есть, будет вот такого плана, будем так вот загружать, перепроходить, запускать заново и прочее. Я не знаю, сколько это будут эти выпуски, наверное, опять же, в зависимости от уровней. А, в них еще бывает и сокровища, хорошо. Постараемся зайти вообще везде. Возможно, как это все будет не с первых, не с пятых, не с десятых попыток, но давай. Так, и вниз теперь можешь сойти. А, кстати, я вниз не пошел еще. Еще сюда можно было. Воу. Так, а зачем мне здесь суперпрыжок красный? Ну, допустим, я его возьму. Сейчас давайте просто разведаем обстановку, куда он может привести нас.
сюда я все равно не запрыгну, здесь явно будет нужно перемещаться. Возможно, что-то там дальше. Чё-то я в упор не пойму, на самом деле, нахера я тут нужен. Вот 7 секунд. Типа, если ты профукал тот, то можешь еще справиться вот этим, потому что здесь, в принципе, идти-то больше некуда. Может быть, тайник здесь еще есть, который не очевиден, но я, честно говоря, не особо понимаю. А, во! Не, ну это хорошо, ладно. Это хорошо, прям отлично сделано. Ой. Так, если, наверное, вот так. Нет, там нет мышей на той стороне. What a death trap. Я ж знаю, это же в оригинальном уровне так было. Ну, еще меня решили на этом провести. Я в этом плане, как говорится, стрелянный воробей. Так, и здесь у нас что? Вообще, вот прям в такие моменты чувствуешь, что ты прям... Ай, ай, сука! Что ты вот прям не зря... Так, подожди, там же еще сколько черепов-то подо мной было. А как? Так, ладно, этот у нас нужен суперпрыжок для вот этого места. Ну ладно, это ничего. Главное, что я не умер суперпрыжком. А то пришлось бы заново все перепроходить. Так, и... Что-то я запнулся как-то сам. Так, чувак, как бы мне тебя... Вот так вот сделал. Ждем. Опа! Наверняка без суперпрыжка опять же в нее не попадешь. Нихера себе, тут жизнь даже есть. Так, походу дела, суперпрыжок-то я зря взял. Сейчас он куда-нибудь меня выкинет, где он мне понадобился бы. Ух ты! Нихера себе, я запрыгнул! Вот это да! Так, платформочка, давай, езжай сюда, я знаю, ты должна приехать. Не, не можешь больше просто так. Давайте подождем. Мне кажется, по-любому что-то должно сюда приехать. Потому что если нет, то это как-то... Да я тоже как бы, чувак, я как бы, понимаешь, что здесь не то. Ну, давайте попробуем, ладно, на 7 жизней поэтому чувак. Вот кто мог подумать? Вот ты мог подумать, я нет. Ай. Блин, ладно, давайте до конца попробуем пройти, потом, если что, в это место еще вернемся отдельно. Ну как это на последней секунде заскочил? Это вообще было шик. So far, so good. Не-не. А, вот еще там три места. Здесь до хрена всего на самом деле. Наверное, поэтому-то я и захотел его перепройти, потому что здесь до хера всего. Как вот у меня это иногда получается? Ну, это же... Все.
А, подожди, а я ж туда... А как я назад? Значит, надо сверху и туда. Ну, на будущее, сейчас уже как бы без разницы. Надо было сверху проваливаться и туда идти, ну. Ну да, опять же я затупил. Туда-сюда начал. Дуб! Как? Сука, ну теперь началось уже, что он не прыгает. Куда же мы без этого-то? Куда же мы без коготь решил не прыгать? Так, значит, здесь я все собрал, окей. Ну ладно, одну монетку я не взял. А супер плы... А, нет. This will take perfect timing. Ну да, тут будет довольно-таки сложно. Просто когда такой ряд бочек и этих ящиков, как-то грех, что называется, что-то не подорвать-то. Блин. Либо туда можно, либо оттуда потом. Так, ладно, пойдем смотреть. Сдается мне, мышей еще тут до хрена, судя по звуку. Вот шипы там или нет, дайте рискнем. Свезло. Ну ладно, пока только две. А, ну, в принципе, и все. Waste of time. Да ладно, прогулялись, чё. Landlover. Ух ты, жи-жи-жи-жи-жи. Да я же не за... Подожди, а как? Супер прыжка вроде не было, так я не запрыгну точно. Пока оставлю, посмотрю. А, вот тоже через одну можно. Ладно, возможно, туда уже никак не зайти, но... Ой. А, нет, зайти. Так. Теперь можно вот так вот. Да, слушайте, здесь прям интересно. Сейчас целую уровень прям сделали. То место мы не зашли, но я помню про него, зайдем. Так, там какой-то улыбающийся смайлик дальше. Ну, типа дальше или улыбающийся смайлик, да? Ворота. Спасибо, что напомнили, в каком уровне мы находимся, окей. Чувак, он удалит хорошо. Как я знал. Фу! Фу! Нельзя вот так!
А почему ты не залетел-то, ну? Я же говорил, прыгнул вперед туда, и он не залетел. Ну ты как, ты че? Так, ну да. Мало ли там кто. Так, опять наверху что-то пытай. Ага, туда можно спрыгнуть, отлично. Пошли. Ммм, я же так. Их на кинотеатр, если что-то происходит. Я обожаю эту кучу ящиков, когда в них золотые слитки. Мне вообще золотой слиток нравится, этот звук, который дзинь-дзинь. Прям вот обожаю его. Когда их еще так много вообще. Ну ты дышишь, стой, собака. Еще не все, там что-то еще было. Так, ну это понятно. Это чтобы все собрать. Хорош, это пупу. Тихо. Дай черепундри. Иди сюда. Так. И пошли сюда. Вот, по-моему, я в прошлый раз как раз таки запоролся здесь, не знал, куда дальше идти. А нахера мне столько динамита, скажите, пожалуйста. Меня, если честно, это пугает. Что там, осьминог будет, что ли? Отлично, какая же 1000 секунд. Это был такой маленький этот дополнительный уровень от самих разрабов, где просто подряд лежали сабли и была куча врагов. Но здесь, видимо, под конец тоже так, чтобы просто уже повеселиться. Хотя, возможно, это еще и тоже не конец. Вау! Черт! Сколько не собрал всего! Я здесь по большей части просто для фана такая куча всего. Блин, куча супер прыжков. Видимо, всего упало, ребят. Половину вниз проваливается. Окей. Ну здесь уже выцепить что-то одно здесь нереально. То есть чего тоже попалось. В принципе, супер прыжки не попали. Хорошо. 50 секунд, правда. Pointless exercise. Чё-то такой скучный был. Pointless. Да я не успел. Это я где? А! Ладно. И смысл был в этой перемешалке. Ха-ха-ха! Смысл в ней был в том, что я отсюда без нее не выберусь. Смешно. Блин, опять не все собрал. Ну ладно. Шли дальше. Эта круга тянется и в 5 ножей, чтобы сохраниться. Жалко больше всего меча, конечно. А вот нихера.
минус один не взять, но... Из-за одного уже не буду спускаться. Там было еще два черепа, я еще пока не взял, но... У нас еще остается там одно место, в которое я не сходил, я все еще про него помню. Pointless exercise. Зачем? Надо выбраться. Пожалуйста, скажите. Ааа! Ступидо! Ступидо! Ooh, is that gold I smell? Теперь один череп остался. Может, как-то оставлять его там одного, он же один, он ему скучно там. Точнее, даже не скучно, его одиноко просто будет. Все его бросили. Сейчас череп, подожди, я тебя возьму с собой. Пойдем путешествовать. Ну зачем ему одного оставлять? Ну серьезно, он будет грустить, плакать. Алмазными слезами или чем-то. Что у него там в глазах? Бриллианты, рубины. Вот, вот этим он будет плакать. Так, просто вниз не надо. Надо сделать вот. Сейчас проверим. Вот так вот. Да, и вот так. Во. Так, опять же супер прыжок. Знал? Воу. Это было дерзко. Чувствую, я вот эту кучу, которую пропустил, я уже не возьму. Давай, ладно. Ну, кочерышка. Fire sword. Lightning sword. Ну ты ж не присел. Ну почему ты не присел? Ну скажи мне, Бога. Ну мы ж все просрали. На! Последовательность очень плохая сейчас вот прям была, прям вообще трагичная последовательность. Когда ты уезжаешь, только там появляется, ну-ка. Ладно, там пропустили, ну что ж делать. Я думаю, давай же потом вернемся, это вообще... Я думаю, как наоборот, я супер прыжком, я бегу туда, где типа... Это бонусное место. Я получается наоборот бежал туда, куда собственно и надо. А может с разными путями может пойти, тоже вариант. Ча! Все черепа будут в компании друг друга находиться у меня. Вот. Тварь ты невидимая. Меня бывает, я просто прыгаю, не глядя. А там надо подождать, подумать. Смотри, что там. Жай сюда. Да я видел, ты там едешь, давай. Наверное, в центре я брать не буду, потому что, ну, это же я. Вот так три штуки ехало, как можно было ни на одну из них не попасть. Езжай сюда уже. Да как? Блин, это другая ебля, помоха, сука. Сучка! Говно! Что-то
Половине вырезал. What a death trap. А эту... Бублик, как вы видели, это же... This will be tough. What a death trap. Обычная такая ловушка что-то. Я уже понял, да. Так, ладно, оставить, мы ничего сейчас не собираем, мне просто надо переметнуться на сторону. На другую сторону. Прям вот так, да? Просто туда прыгаю и все. И это опять с того места значит. Зачем, кстати, вообще тебя выдвинул? Что, ну, сейчас играю. Ролик рендерится, я сижу и играю. Спритивщик. This will be tough. Tin-t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 in-
What a death trap. Езжай сюда, платформой. Там сложно так-то. Здесь хоть есть время там поездить, посмотреть, что куда едет, а там вообще все, капец, и раз, и нет никого. Вот как я здесь должен рассчитать, где она едет и прочее, ну... Ее же не видно там нихера. Если не присесть, не посмотреть, не встать нельзя. Она сейчас жизни хочет. Не, я отсюда опять доходить не буду. Сейчас жизнь закончится. Точнее, когда у меня даже закончится? И здесь вопрос уже не в еще, а когда. О! Надо было всю эту круг проехать, все само собралось. Тебя мне не надо. Теперь он просто мимо пролетел. Ну все, последний попытос. В то место зайдем и все. Я не люблю такие вот места, где надо долго... Типа долго вот идешь, но вдруг опять вот все это место заново перепроходи, при этом еще... Там не посмотреть, ничего там непонятно, где она едет, там вообще настолько на удачу надо, либо как-то вообще неебически быстро все это сориентироваться, я, честно говоря, не понимаю, как это можно сделать.
Там не видно, ну, в том месте, где с разрушающимися платформочками. Она там где-то едет. А где она едет? Пойди разбери. Сохраняшка. Они исчезают. Да ладно. А там же вначале где-то была другая карта. Там карта же была. Кажется, если что, я для протокола я его фактически прошел. Я его прошел, а он нахер пошел. Вот даже да. А, ну вот я назад вот сюда и вернулся. А, понял. Хер тебе по всей морде, как бы говорить, не уровень. Так. Серьезно? Вау. Это, кстати, необычно. Да как, сука! Вот как? Вот объясните мне, вот как вот он умудрился не допрыгнуть до этой херни? Там же... Так, ну сейчас идем просто туда. Да ударь ты, блядь, заебал. Здесь же там вот карта валялась. Наверное, туда в итоге надо будет прийти, да? Ладно, теперь сейчас вспомни, где это место было. Не, не то. Блин. What a death trap. Вот. Как он здесь? Он просто стоял, украсы и вперед двинулся. Кнопки тебе не жал. Сучий кот. Маленький такой прыжок, чтобы с ним здесь. Чтобы с ним здесь возиться. Я просто не знаю, там дальше он нужен, или только чтобы на эту платформочку запрыгнуть. Только все, что он до этой перемещалки тоже без супер прыжка не доберется. Так, окей, значит надо нам там супер прыжок брать в самую последнюю очередь. Не, я в то место схожу. Ладно, давайте мы не будем... Ну, давай. Мы тогда не будем заходить в то место. Ну, в смысле, собирать там все нахер. Вот. Уйди в жопу. А сразу пойдем тогда... Ну, просто возьмем суперпрыжок и сразу из перемещалки выйдем.
Вот, сука, вот, вот он просто берешь и издевается надо мной, да? Вот почему ты в этот раз вылетел из него за километр, а? Объясни мне. Может, вот... Уйди нахер. Идем посмотреть, что там было в том месте. Опять же, когда тебя нажимают на прыжок, прыгни, пожалуйста, я тебя очень прошу, прыгать. Это прям вот, вот надо сделать, поверь мне. Еще перемещалка еще одна. Не просто какой-то там кухонный. Утрина! Ничего. Что за самый сюрреалист пошел? Pointless exercise. А то ради этого я себе мозги-то... Вау! Вот это было просто перемещалище, я бы даже сказал. Видели что-нибудь подобное по хитрости? Я вот просто нет, я если даже представить не мог, чтобы что-нибудь подобное существовало в нашей бренной планете. Хотя этого стоило потратить все это время. Круто, конечно, от мыши было так прогибаться. Попробуем все-таки дойти до того места еще раз. This will take perfect timing. Ну раз уж я зашел. Надо именно со второй. Что внизу, кстати? Ходил туда или нет? Ходил, да. Уже 8 жизней все равно как раз. Не буду тратить на всех этих местах. Пойду сразу тратить на тех местах. Сейчас оставим, мало ли будет, что там как. Хорошо.
когда меньше разговариваешь, то лучше, конечно, получается сосредоточиться на геймплее. Туда направо, это просто там большое бонусное место. Мы там были, мы там все собрали. Это точно. Даже запись перекинул, а даже... Большой получился! Ролик. Тут его куча динамита мне не нужна, так что... Так, как-нибудь огненный меч мне нравится сохраниться. Практически бесконечный. А, вот здесь из ящиков тем более, фигурно убрали. Побегаю, пока-ка я... Роняя кал, короче говоря. А, побегаю пока с мечом огненным. 950 секунд. А! Шикарно, здесь без суперпрыжка нельзя пройти. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Нельзя пройти, значит, пройти там суперпрыжку, а чего нет. Pointless exercise. Вся наша жизнь, Говард, это череда бессмысленных упражнений, которые ни к чему в итоге не ведут. Все равно мы будем в обуренной, затхлой земле. А вот теперь, вот как мне теперь это пройти? Как мне теперь это пройти? Не, знаешь, здесь дохера супер прыжков. И дай смотреть. Вот, вот делать места смысл, которые можно пройти только супер прыжком, допустим. А, здесь понятно, здесь в каждом ряде ящиков свое что-то. Круто, я провалился. Ну вот, теперь вот такая как... А, ну ладно. Yes! Почему коготь не упал туда? Серьезно, я уже не понимаю, я просто даже я не жму, я сижу кнопку, нажимаю вниз и стрелять. Он взял и побежал вперед и провалился в эту дырку. Это вот как вообще? Как это называется? Коготь, объясни мне. Во, теперь у меня дохера суперпышка. Окей, еще больше суперпышка. 131 секунда, поехали. Шатафуку! Ага. Здесь без сокровищ не видно, куда бежать. Вот, вот не видно. Не, я попробую, конечно, сейчас. Вот сейчас, вот смотрите, сейчас у меня нет суперпрыжка. Все, то есть я вот... Там был суперпрыжок, я взял, типа, с ним не успел. Проще, да? Окей. Есть возможность как-то пройти без него или нет? По-моему, нет.
Если нет, ну извините, я до финального места в третий раз доходить туда не буду. С самого начала уровня идет. И идет оно в баню, серьезно. Pointless exercise. Вот смотрим. Тут были всякие сокровища. Даже некоторые остались. Значит, не может, что я могу поделать с этим делом. Все, давайте на этом на сегодня закончим. Вот такой тур. И, ну, неплохой, в принципе. Но вот это вот место, честно говоря, такие вот два. Вот это и там, где с этими платформами немножечко так подбешивают. То есть, ну, если у вас там быстро-быстро все вот вы умеете. Я вообще не понимаю, почему суперпрыжком тогда взял, не допрыгнул меня, не провалился, что-то с ним произошло. Вот, все, поэтому... Ох, как раз мне почти дорендерился ролик. Поэтому ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, вступайте в группу по копчу, подписывайтесь на канал, автораздравьте музыкальные темы. И всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. Все, всем пока. До следующего четверга. Начну я в понедельник Рэйман, в четверг. И возможно, тогда, наверное, я даже не знаю, просто у меня как бы довольно мало времени. Как бы игр много. Бладомин, я думаю, либо тоже какие-то конкретные игры прикрепить. Там, два раза у меня уже среду вышел, возможно. Добро пожаловать. Все, всем пока.